Рассмотрим 15-е задание. Необходимо найти значение выражения модуль а квадрат минус 49 разделить на а плюс 7 при условии, что а меньше минус 7. Давайте сначала упростим подмодульное выражение. А квадрат минус 49 можно разложить на множители, используя формулы сокращенного умножения. Получаем а минус 7 на а плюс 7. Знаменатель остается таким же. А плюс 7. Числитель и знаменатель можем сократить на а плюс 7. Получаем модуль а минус 7. При а меньше минус 7, а минус 7 принимает отрицательное значение. Значит, его модуль открываем со знаком минус. Получаем минус а плюс 7. Или 7 минус а. Значит, правильный вариант ответа – А. Отмечаем правильный вариант ответа – А.